Шестой форум ревматологов Дальнего Востока завершился в Хабаровске. Впрочем, география спикеров гораздо шире. Из Москвы приехал президент Ассоциации ревматологов России, а из Санкт-Петербурга – главный научный консультант Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова. Что обсуждали на форуме, узнал Антон Примачев. Хоть это событие и носит статус регионального, к нему приковано внимание экспертов со всей страны. Круг ревматологов довольно узкий, всего 1500 специалистов в России. В прошлые годы именно на таком форуме обсуждали новейшие методики ранней диагностики, новые технологии лечения. Сейчас мультидисциплинарная проблема, то есть что у человека есть помимо нашего заболевания, как другие органы страдают и чем помочь. Врач-ревматолог диагностирует и лечит свыше 200 заболеваний. Они поражают суставы, мышцы, ухудшают прочность костей. За последние годы методы лечения значительно шагнули вперед. К примеру, еще не так давно с диагнозом «красная волчанка» запрещалось рожать. Теперь разрешается, а сама болезнь легко переводится в ремиссию. Мы в целом сейчас увеличиваем продолжительность жизни наших больных до популяционной. Это уже большое достижение. Второе – это снижение потребности в протезировании сустава. С одной стороны, эта потребность возрастает, но она возрастает за счет постарения населения. Теперь точно известны провоцирующие факторы подагры. Это самое распространенное заболевание суставов среди всех известных. Пик обращений к врачам приходится на лето и посленовогодние дни. Это связывается с чрезмерным употреблением пива и морепродуктов. Во время форума ведущие ревматологи страны оценили условия труда и уровень профессионализма местных врачей. Такой необходимости ехать ли в Москву или за рубеж здесь, в Хабаровске, нет. Здесь есть блестящая ревматологическая школа. Здесь есть те люди, которые хорошо сегодня подготовлены и ориентированы во всех инновациях, которые есть в ревматологии. Форум ревматологов Дальнего Востока с участием столичных специалистов проводится уже в шестой раз. И он не будет последним. В Министерстве здравоохранения страны пришли к выводу, гораздо проще привозить ведущих специалистов сюда и повышать квалификацию местных врачей, чем всех их везти в Москву. Антон Примачев, Андрей Третьяков. Смотри, Хабаровск.